Кто быстро переключиться не может, в принципе, наверное, может и не интересно. Ну да. Так, мы это сделали. Запись пошла. Так, значит, еще раз всем привет. Сегодня 6 июля. Тема SEO, вторая часть. Состоит из двух частей, значит, не верифай отзывы. И по верифай отзывы я просто уже видео штук 20, наверное, снял. Смысла больше нет о них говорить, как они важны и нужны на нынешней ситуации. Сейчас по неверифаю и по продвижению. По неверифаю я уже много чего сказал, но вот такой трабл получился. Смысл такой, что на старте я использую неверифаю для того, чтобы не было дыры, вот, не было вот этой без отзывов сидеть без звезд, когда мы ждем первые органические выкупы. Вот. И, соответственно, это, как правило, в нормальной ситуации 7-10 дней я стараюсь залить на старт. И потом, соответственно, потихонечку увеличивает количественную массу. Помимо этого, польза в том, что еще перекрывается какой-то негатив. Хотя часто, да, бывает настройка на только верифицированный показ. Но в любом случае, как я понимаю, Паш, меня исправь, если я не прав, на общий рейтинг же влияет звезд? Конечно. Какое количество? Потому что очень часто я в интернете со мной, не со мной вообще, я вижу, спорят люди о том, что не верифай не влияет никак на рейтинг. В каком соотношении к твоему опыту? Влияет на рейтинг, на количество звезд и так далее. Просто соотношение веса примерно один, ну, где-то, наверное, к 15, то есть получается. То есть 0,1 рейтинг – это вот у нас 15 неверифицированных. Вот Роберт утверждает, что не влияет. То есть, ну, в любом случае, если 1 к 15, видимо, Роберт, вы, может быть, просто не такое количество заливаете, в этом все и дело. Потому что ко мне реально некоторые обращаются, им надо 100 отзывов на, там, на 2 месяца, например, по 3 штуки в день. Вот, а некоторые заливают там всего 5 отзывов. Может быть, в этом вся проблема. Сегодня удаляли не верифай, Руби говорит. А как у нас вообще с этим ситуация? Смотрел? Ну, слушай, у меня с этим проблем нет. Вот Руби как раз нам говорит, сегодня удалили не верифай, и он с 4 страницы улетел на 12. Вот вам, кстати, пример. Я могу объяснить, ну, как бы интересно бы услышать, где он брал эти отзывы. Я еще раз, как всегда, буду говорить, безопасность прежде всего. То есть, если это делается все грамотно и аккуратно, то ничего не... Это дает положительный результат. Это полезные действия листинга, как всегда. Ты там голосуешь, кстати? В целом, если это делается грамотно, то должны расти и ключи, и, ну, незначительно, то есть, понятное дело, это примерно полстраницы, может быть, там страница, как-то так. И когда удаляют отзывы, ну, это уже что-то значит, кто-то делает неправильно, да и все. Ну, ты расскажи про безопасность, раз уж мы к этому отошли, потому что, в принципе, смысл понятен, старт важен, количественная масса, потому что хотелось бы в первый месяц там... Про безопасность я в совокупности с продвижением как бы хочу немного рассказать, там это общая тема, ну, в целом это всего серого, то есть как бы всех этих отзывов, неотзывов, продвижений и так далее, то есть безопасность это как бы такое, у нас будет, может быть, даже второй частью перед продвижением мы, наверное, ее возьмем. Ну, я понял, там... давай тогда расскажем, да, про отзывы. Мы в любом случае в тот понедельник как раз это рассказали. Достаточно большое количество заинтересовалось. В принципе, ну как большое? В любом случае определенное количество людей этим заинтересовалось. И, в принципе, на данный момент уже некоторые мы выполнили обязательства, так скажем, а некоторые мы именно по графику делаем. Смысл какой? Делается таким образом, предоставляется файл. В файле указывается список отзывов, указывается... заголовок каждому отзыву, указывается периодичность опубликования и указывается осин, один или несколько. Берем мы от 5 отзывов, меньше просто, но это очень сложно. Желательно, что в файле все это было указано, потому что сразу, так скажем, блоками делаем, не по отдельности. Стоимость поднялась на доллар, себестоимость посчитали, все-таки не вложились. Получилось на данный момент, опять же, в первую очередь это действительно качество и именно безопасность. По качеству Паша расскажет больше, из-за чего, например, у нас такая цена. Это стоит до 50 отзывов. 5-49 отзывов, грубо говоря, человек заказывает. Стоимость за штуку $6, больше $55.
там, у кого там больше 100 там, и так далее, мы, в принципе, обсуждаем это отдельно, это как бы другая история. Вот, в основном это вот стандартный заказ, 50 отзывов и раскидано на 3-5 штук в день. Вот, можно там волнами делать, там, по-разному, по Фибоначчи, там, кому как нравится. Вот, то есть, кому интересно, обращайтесь. Что еще по отзывам? Помимо отзывов, этот список можно отзывы можно заменить на вопросы. То есть можем спокойно написать вам вопросы в тот же. Ну, то есть, например, некоторым не надо 50 отзывов, а там интересно. Да, 50 это не верифай, да. Потому что это отзывы без выкупа. Отзывы без выкупа, потому что по правилам Амазона каждый покупатель имеет право писать отзывы на тот товар, который не покупал, если у него есть история выкупа больше, чем на $50. Это нужно в определенных условиях. То есть, то что по Verify я уже огромное количество видео снял, я уже повторяться не буду. Вот. Но кому не нужно, например, такое большое количество, можно заменить отзывы еще вопросами. То есть, не у каждого есть, к сожалению, друзья, знакомые и так далее, кто может написать. В принципе, есть люди, которые именно специально работают. Это не просто так, из воздуха там человек. А мы говорим про большие количества. Большие количества – это Паша, опять же, расскажет всю структуру, как это все происходит, и затратную часть. То есть это покупаются аккаунты, там все дела туда-сюда. То есть вот такая история. Что еще по отзывам рассказать, Паш? Условия рассказал вроде? Да, слушай, да, в принципе-то, наверное, здесь все понятно, что как бы если нужны, то обращаться, да и все. То есть здесь вот понятно. Ну, я про вопросы рассказал. Отзывы на продавца для дропов сложно. Даже там за деньги это проблематично. Отзывы на книжки ты попробовал? Да, можно. Отзывы на книги обращайтесь, то есть кому нужно писать отзывы, тоже без ограничений, так понимаю, правильно? Угу. Вот, нам человек один дал, ты ему написал отзыв, все без проблем прошло, да? Да, конечно, конечно. Вот, так что по книгам тоже вопросов нет. У кого книги, нужно не верифай отзывы, без проблем обращайтесь, условия абсолютно такие же. Вот, извиняюсь перед человеком, который меня это попросил, я потерял в скайпе, обращайтесь, мы как раз потренировались, все нормально. Что еще у нас там по отзывам? Ну, опять же, вот это вот разговор влияет, не влияет. Паша говорит 1 к 15. То есть, что такое 1 к 15? Это один негативный отзыв. Надо закрывать 15 не верифай. Я так понимаю, правильно? Да, да, да. Ну, то есть, если у нас рейтинг примерно обрушивается, то есть отображение 4,5 звезды становится при рейтинге 4,3, и у нас рейтинг упал до 4,2. Ну, вот где-то 15 отзывов достаточно, чтобы опять вернуть 4,5 звезды. То есть это имеет место быть, это даже не обсуждается, что это не влияет. Это я не знаю, кто такие ерунду такую рассказывает. Я сам себя вытаскиваю и вытаскиваю людей. Ну, в любом случае, да, ты просто это сам. У тебя большой опыт. У меня, например, такого опыта заливания нет. Из-за этого я, например, утверждать не могу. Так что вот человек сказал, только можно эмпирическим путем это проверить. По поводу булька, не извиняюсь, мне тут еще мы по скайпу разговариваем, и тут параллельно еще тут квакает. Сам не знаю, что с этим сделать. Так, дальше идем. Копирайт можем, будет стоить $3 за отзыв. То есть человек, студенту в Америке без проблем напишет вам, какое хотите количество отзывов с этими, как его звать, с заголовками. Но единственный момент, просто я не знаю, что он будет писать, то есть вы ему или на русском писать, там, на украинском, я не знаю, на каком языке он, в принципе, или переводить будет текст, или вы должны ему дать, например, там, образцы сказать, там, пиши, там, собственные. То есть он просто про ваш товар же не знает, какие отзывы написать. Ну, или от балды будет писать короткий, длинный, там, скажется, там, 20 символов. Ну, естественно, он поэмы вам писать не будет. То есть это будут такие обычные небольшие отзывы. Я просто это сам, понятно, что можно. Это у меня группа там. Ну, короче, ладно, не будем отвлекаться. Так, я думаю, по отзывам достаточно. Если будут вопросы после просто, когда мы расскажем и по отзывам, и по продвижению, будет все понятно. Так, теперь по продвижению. С понедельника мы взяли несколько товаров, много не брали. Вот, во-первых, работа больше, я так понимаю, ручная, то есть здесь, в принципе, фактически, физически, точнее, нельзя больше взять. Вот, взяли несколько товаров, неплохо приподнялись. Один товар я уже денежку отдал, то есть мы его продвинули. Вот, ну и все. Вот из 10 товаров на данный момент, из 8 товаров мы продвинули один за вот эти 10 дней.
все остальные или на том же уровне, или, соответственно, немножко лучше стало. У нас было два формата, это поднять индивидуально определенный ключ, вот, и второй вариант – это вот именно фронтом поднимать. Хотел я сегодня очень, так скажем, плотно уточнить по поводу вот продвижения фронтом, но у нас вчера, я так понимаю, да, или вчера, или позавчера, как лучше сказать? Ну, позавчера ночью получается. Ну, вот Паша расскажет, что позавчера ночью произошло с Амазоном, вот, ну, потом будем на вопрос отвечать. Ну, вкратце по продвижению, то есть ситуация такая, тем способом, которым делалось продвижение, в данный момент оно застопорилось, то есть потому что Amazon все время приносит какие-то фокусы. Вот. Мысли по поводу этого такие, что все-таки система Amazon самообучаемая, и ну, повторять одни и те же действия приводит к тому, что буквально там через 12 часов там, или через какое-то время Amazon прикрывает способ, при том это происходит, я честно не понимаю пока как, но есть такая мысль. То есть, в принципе, сколько я способов на данный момент знаю и сколько я продвигал там, ну, на протяжении полугода, там, если не больше, я все эти способы ворочу, каждый день для себя что-то новое изучаю. То, что я знаю на данный момент, это либо стоит совсем космических денег, просто ну, не то, что нерентабельно, там, сутки продвигать, это выходит где-то от $200, но это дает результат, то есть, как бы, в принципе, я свои товары так двигаю некоторые. Вот. То, что было более-менее бюджетное и безопасное, оно, к сожалению, вот пока встало. То есть, те продукты, которые были на продвижении, я надеюсь, результат будет, то есть, потому что по ним была нормальная работа проведена, то есть, как я и говорил, выстрелов как раньше за 3 дня, такого, к сожалению, нет и не будет больше на Амазоне, я так думаю. Вот. Ждем результата, как бы я стараюсь сейчас что-то придумать и минимизировать затраты на все это продвижение, то есть, потому что все однотипное, то есть, быстро Амазоном пресекается и все. То есть, в принципе, как было с виш-листами, когда это начали делать все, это просуществовало очень мало, и это просто закрыли. Ну, год просуществовало, понимаешь, все равно. То есть, года вполне достаточно многим, чтобы начать на Амазоне и закончить. Слушай, Денис, у меня просто, я говорю, сложилось такое впечатление, что, ну, как бы не только у меня, я очень много там читаю всей информации там по безопасностям, то есть, ну, я в этой сфере варюсь очень давно, и есть у людей там в определенных кругах темных, что Amazon реально самообучаемая площадка. То есть, если сегодня все окей у людей, они там снимают с него капусту, то буквально через 3 часа это может быть закрыто и никаким образом это... Притом это даже будет ночью, это когда у них ночь, и они пресекают это вообще в момент. То есть, ну... Мое мнение, это просто самообучаемое. То есть это, в принципе, выглядит так же, как, если кто-то знает, разбирается в банковских системах, когда, ну, вычисляют кардеров, то есть вылезает ошибка alert, что что-то подозрительное, и этот момент закрывается в течение, там, 5 минут, или людей просто принимает. То есть как бы расклад вот такой. Здесь я считаю так же, что происходят однотипные действия. То есть, ну, если вникать там во все подробности, что... антифрода, которые у Амазона там больше 80 там, или 90 определений, это начиная от расширения экранов, поведенческой там мышки, клавиатуры, копирование, не копирование, то есть Амазон это все вычисляет на раз-два и в целом, ну вот почему-то это так происходит. То есть у меня это не первый случай, я честно скажу, это у меня за последние там полгода, наверное, уже 10-й раз такое происходит, что вот только что это работало, и я отошел попить чай, прихожу, это уже не работает. То есть, вот, то есть, и по большей части я не работаю с интерфейсом вообще, то есть я в целом не касаюсь самого Амазона, потому что, ну, это вообще как бы криминал такой, я считаю. Вот, поэтому, обходя Амазон, работая с базами данных и так далее, ну, вот почему-то так происходит. Так, ладно, как раз вот сейчас вот уже пошли вопросы. Алена за как раз нам такую планку подняла сразу по поводу Fiverr и по поводу $1.5 по отзывам. Я сейчас расскажу по поводу Fiverr и по поводу
листинга сначала, как бы немножко моя тема. Я никогда не являлся ни SEO-шником, ни писателем. Мне больше математика близка, чем русский с литературой. Вот, тем более на английском еще в придаче. Но могу сказать одно. Я, вот не знаю, я очень часто со временем меняю свое мнение, потому что бывает швейть. Я сомневаюсь, что я поменяю свое мнение, потому что я не верю. Вот просто могу сказать, я не верю в людей, которые никогда не занимались продажами на Амазоне, а которые просто занимаются писульками. Которые вот сидят и тупо строчат. Строчат там какие-то тексты, я не знаю, там они... сдирает там у кого-то, друг у друга, я не понимаю, то есть мне надо написать листинг, мне надо вникнуть в товар, мне надо понять, и главное, как его продавать вообще, как его позиционировать, как я буллеты буду писать, когда мне надо их прогнать через отрицательный отзыв. А я молчу про Search Term, когда на Fiverr, там, я не знаю, по крайней мере, топовые писатели наши, они даже Search Term не занимаются, а Search Term — это 70% значимость, это самое важное. И все те, с кем я писал листинги, ни один мне человек не сказал, и я думаю, всех убедил в том, что никто за вас это делать не будет. Никто никогда. Если нет таких программ, которые автоматом это не делают, им, которые пишут эти листинги, им абсолютно наплевать на вас. Они написали, они только там красиво эти заголовки пишут, что после нас увеличение продаж, там какие-то проценты и так далее. У Зонбласта они там за $800 там анализ какой-то там рынка делают, там пишут листинги и гарантируют, что продажи. Вот у меня у одного ученика, он писал там, когда был новичком, тоже не понимал, думал, где дороже заплачу, там и получу. Он мне сам рассказывал. В конечном итоге он с одного листинга забрал свои деньги. То есть вот насчет того, вот эти удачный кейс, неудачный. Один он говорит, я не смог опротестовать, потому что продажи у меня выросли. Незначительно, но выросли. А другие упали. Я, говорит, $800 забрал назад. Из-за этого все это относительно. Но Зонбласт хоть там как-то в продажах участвует. Но если люди, которые там индусы, которые, я не знаю, там, грязными там, на грязных компьютерах сидят, набивают виш-листы и пишут заодно и SEO, и все остальное. А может быть, высокообразованный, я не знаю, мне все равно. Но если он не торгует на Амазоне, он не может подноготную понять. Он только теоретически может понимать, как набивать тег. Вот, и по каким ключам буду двигать. И вообще, вот это все, вот это подноготную, он никогда в жизни не разберет. Это первая часть по SEO. Ой, по, ну да, SEO, листинги и все остальное. Из-за этого я очень трепетно к этому отношусь, потому что, ну... Мне это очень нравится, когда каждый раз об этом говорят. Вот. Второе, как раз по ценам, почему цены разные на не верифай отзывы. Расскажи, пожалуйста, то есть вот чем можно более технически, чтобы люди просто понимали вообще, в чем разница между хорошими не верифай отзывами и плохими, хотя бы теоретически, чтобы люди понимали. Так, слушай, что объяснять? Вот практически человек же писал, удалили отзыв, улетел, все, попал под фильтр какой-либо, либо еще что-то, и все, это нормально. То есть, кто не понимает техническую часть, то есть все, что мы видим глазами на Амазоне, это никак вообще не относится ни к продвижениям никаким, ни к каким по факту там системы безопасности. То есть системы безопасности, они разделяются тоже на многие подкатегории у них. Это где идет оплата, идет мерчант, идет еще что-то. То есть вопрос в том, что, как я на прошлом лайве говорил, есть такая проблема переспам. То есть люди не понимают, как это... Что, ну, возьмем видос индуса любого, который, я не знаю, там, оказывает продвижение или еще что-то там старые, да, какие-то были. Он заходит, использует какой-то VPN, он использует там какой-то MAC-адрес, меняет, регает новый аккаунт, опять заходит, что-то добавляет. Но это что такое? То есть, ну, а как я могу просто объяснить, как это реагирует на это Amazon? VPN – это исходник у нас один и тот же сервер. То есть чаще всего, это если нет переключения по серверам, что чаще всего они обновляют сервер раз в полгода, то есть на выходе у нас все время один и тот же постоянный IP-адрес. Вот. Что делает индус? У него остается один IP-адрес постоянный, то есть он с него регистрирует там 50 аккаунтов за день, 100, я не знаю. То есть с одного компьютера он меняет MAC-адрес, это адрес сетевой карты получается. Но это вообще, это еще хуже, чем он просто бы писал со своего компьютера, потому что Amazon понимает, что IP-адрес остается один и тот же, а MAC-адрес у нас меняется. При этом расширение экрана у нас остается таким же. У нас мышка остается, поведение все то же самое.
видеокарта остается вся та же. У нас все отпечатки, которые есть по компьютеру, они остаются. Он по факту, он начинает просто убивать листинг. То есть моменты, конечно, я не исключаю такой вариант, что отзывы, там 1-2 отзыва, 3 могут удалить. Да, это возможно, это нормально, то есть это, ну, это Amazon, то есть бывает и удаляет, которые нечестно написаны, то есть тут как уже, это роботы по факту, я считаю, и тут ничего не поделать. Но когда касается конкретики по написанию или еще чего-то, нужно понимать, как работают вообще магазины и тому подобное. То есть Amazon и eBay, то есть это самые жесткие площадки, которые существуют в интернете с антифродом. Антифрод – это защита от мошенничества. Это вот наши способы продвижения, там, и пошло. Мельчайший косяк, он приведет к тому, что либо будет блокировка, либо это просто умрет листинг, либо пойдет там негативный эффект на аккаунт продавца, и пошло. То есть самые жесткие площадки – это Amazon и eBay. То есть остальные – это так, ну, в принципе, подметки им не годятся. Вот. И здесь, ну, как бы я расскажу такой момент, там, немножко перейду к SEO, да, там, существует такой момент, то есть, так а что, сидели бы все тогда с чужих кредитных карточек, да покупали бы свой товар, да что, двигали бы деньги, зарабатывали? Ну, так нет, а не получится. Не получится, это все в теории так легко на словах. Давайте будем регать аккаунты, прикручивать чужие кредитные карты, делать покупки, у нас все будет шикарно. Да ничего у вас шикарно не будет. Это будет полный, ну, хана, короче, этому всему будет. Потому что это начнется переспам листинга. То есть, если смотреть, то есть, там люди виш-листы, там индусы сидели, печатали, да не добавляются виш-листы. Если ты один за другим добавлять, это бесполезные действия. Это то же самое, что вы на Амазоне сделаете за 10 минут 100 покупок. Да не надо, это никакого результата не даст. Это переспам начинает. У Амазона, как у нормальной площадки, есть тайминг. Он понимает, что товар даже, который продается... то есть у каждого товара есть определенные параметры, это конверсии там, и так далее. И он вычисляет, что если товар здесь за 10 минут продался 100 раз, а следующие 3 дня он вообще не продается, но это хреново, это фигово, Амазону это не нравится, для него это подозрение идет. И здесь начинается переспам. То есть, и такая же ситуация и с отзывами идет. То есть эти индусы, которые начинают там писать за $1.5 отзыв, ну, я честно скажу, я не знаю тогда, как он это делает, потому что всего себестоимость, я говорю, у меня затраты на безопасность там при продвижении и так далее вырисовывают при маленьком количестве, то есть это не говоря про объемы 50 товаров, это в день где-то выходит ну, в районе $200, то есть это просто затраты на все возможные материалы и так далее. Учесть, что это все нужно проверять вручную, потому что, ну, таких людей, в принципе, как я, достаточно, и не только касается Амазона, то есть материалы могут быть запороты под все, что угодно, и это никакого результата давать не будет. То есть, ну, вот, в принципе, тут вопрос, я просто не понимаю вот в этой вот сказке, который отзыв за $1.5, ну, вот в конечном результате это будет примерно выглядеть так, это удалят, и листинг отправится куда-то, это хорошо, если листинг, а дальше придет письмо, а дальше заблочат аккаунты, даже разговаривать не будут, и все. Ну, понятно. Тут ты даешь гарантию на данный момент 2 месяца переиздачу. Почему 2 месяца? Потому что неизвестно, что там через неделю будет на самом деле, не то, что через 2 месяца. Просто в любом случае для приличия надо как бы... Потому что вся эта работа... Сколько ты примерно уже этим занимаешься? И продвижением, и... Написанием. Слушай, я, если честно, ну, с прошлого года, наверное, я как-то с конца декабря я этим начал заниматься. В принципе, в сторону отошли все мои продажи. То есть, ну, как сказать, потому что заниматься всем и сразу, как ты там тоже говоришь, эти там писатели зачесывают, что там все круто будет, набирают там по 1000 людей, там листингов, им без разницы, сколько брать. Ну, это глупо. То есть я посвятил последние там полгода жизни ежедневному изучению SEO, всех этих вопросов. И честно скажу, что каждый божий день, каждый час, по сути дела, я открываю для себя какие-то новые моменты. Либо что-то закрывается, либо что-то открывается, либо улучшается, ухудшается. То есть, в принципе, у меня сейчас вот последние полгода,
ну вот, идет чисто SEO и все. Понятно. Вот вопрос. А если прокси использовать? IP, не знаю, что такое обозначает, можно менять и мультилокация использовать. Дальше. Ну, используем мы прокси. У нас остается разрешение экрана, у нас остается видеокарта, у нас остается все, что есть. Нет, никакие прокси использовать. Ну, какие прокси? Ну, даже ты будешь использовать элитные, индивидуальные. Во-первых, это одна подсеть. Пошло, поехало. То есть, ну, как бы, в принципе, то, что знаю я на рынке, продается. Раньше была актуальная продажа прокси, да, я согласен, продавали, там, можно было 10 штук купить. В данный момент что из себя представляет прокси? Это для брута, для чека, для этого, которые, когда отмирают, их используют по SSH-туннелям, в принципе, способ, и они просто отмирают каждые 2-3 минуты для того, чтобы появлялись на этих портах свежие. И люди просто используют это по подбору паролей и так далее. То есть уже для того, чтобы там использовать как постоянно, ну, это, в принципе, глупо. Публичные, которые паблик, это все засранное тоже всеми этими брутами, чеками. То, что индивидуальное, насколько я знаю пару мест, где продаются, это то же самое. Это один сервер, это выделяет различные IP-шники, одна подсеть. То есть, ну, это, то есть, например, 21, 21, 21, 18. Amazon это палит на два раза. Это прокатит один раз, это прокатит второй раз. Следующий мы уйдем просто отдыхать на... Понятно. Я недавно разговаривал с человеком, он как раз говорит, что тема, я тебе рассказал как раз, тема, связанная с отзывами, у Amazon одна из самых щепетильных. Потому что они построили вообще всю эту структуру Amazon именно на лояльности по отзывам. Из-за этого мы удивляемся здесь, почему не Verify можно писать, потому что еще они еще верят в то, что они смогут нас победить. Вот всеми своими вот этими фродами там и всем остальным. Но пока как бы мы не знаем других способов продвижения, потому что если на то пошло, многие есть люди, которые реально считают, надо работать исключительно по правилам Amazon. Но кто не попадал на скликивание своей рекламы, кто не попадал на несправедливый на подсчет фи там, и так далее. Я лично с этим сталкивался, лично. Я думаю, тут, наверное, каждый практически через это прошел, а многие многоразово. Вот, там, и всякие проблемы с банами. У меня, например, под Новый год просто я поменял цену. Не помню, поднял или опустил в инвентарь, у меня на 2 недели улетело. Кто-нибудь мне компенсировал эти хотя бы 39,99, да дальше пальцем не пошевелил. Всем наплевать. Так меня просто, слушай, Денис, меня просто банили по ошибке. Просто по ошибке. Я пытался до них достучаться 2 недели, разобраться, что вообще происходит. А они мне потом сказали, ну извините, бывает технический сбой. Вот, кстати, расскажи по этой истории, как ты из нее вышел. Просто технический момент такой, который, думаю, многим поможет вот в таких ситуациях. Просто частный случай. Можешь рассказать? Он интересный. Ну, ты удалить. Думаешь, стоит полить такую темку, интересно? Ну ладно, давай дальше, ладно, не будем. Не буду я рассказывать, как хорошо. Из этого выходить. Ладно, интриговать будем дальше. Ничего там особенного нет, просто обычный технический момент. Ну ладно. А, весь смысл в том... Ну, косяк Амазона, то есть... Да, то есть просто я говорю об этом, вот когда начинает у нас правдолюбцы об этом вот постоянно упоминать, я просто пытаюсь на место поставить, из-за этого мы работаем в тех условиях, которые нас поставили. Вот, и будет какая-то такая интересная модель. Так, Паша, так что каждый аккаунт делаешь на новый комп с 3G модемом. Там... Ну, как понять, ну и сколько мне тогда будет стоить написать один отзыв? Ну это, короче, я слышал, это вот эти, которые товарищи, это самое, которые покупают компы. Это, наверное, они так делают, то есть у них денег нет на такое количество компов, они, наверное... То есть это, я не пойму, каждый отзыв, что ли, с 3G модема? С каждого? Это один отзыв, один компьютер, что ли? Я чуть не пойму. Нет, ну погоди, Денис, опять же, 3G модем – это один провайдер, это у нас МТС, к примеру, да? Ну так. Это одна сеть. То есть это, как тебе объяснить, есть вот провайдер, да, у нас IP-адреса идут, там… Ну есть 12... динамические, есть IP-чистые, вот это, статические. Я вот себя дома, например, у меня IP-шник, я роутер выключил, включил, у меня другой IP. Да, IP, смотри, IP поменялся, но подсеть не меняется. Понятно. Вот в чем дело. То есть сам IP-шник на Амазоне, он в целом, ну, не особо какой роли играет. То есть
Здесь вопрос в том, что если мы начинаем захламлять просто из-под этой подсети, ну все, ну пиздец, что я могу сказать. Ну все, это, короче, провал. То есть понятие, я говорю, у Амазона очень много отпечатков. Это начинается от винды, от времени, и пошло, и пошло, и пошло. То есть, ну, это, как вам сказать? Понятно, это... все понятно, вы уже все поняли давно. Я просто тебе могу сказать, я лично в ноябре месяце сам продвигал таким макаром низкочастотники. Просто выходил, стирал, то есть там анонимный режим, грубо говоря. То есть все вот эти действия абсолютно сам делал. Менял айпишник через брусек и реально двигались. То есть вот изменения с ноября, конца ноября, вот на данный момент, то есть они просто глобальные. Даже что бы там ни было. То есть я да, сам... Да, я сам мое под... мнение такое из-за того, что начали все виш-листами долбить. Ну, блин, ну это вообще глупость, конечно. Просто начали прикрывать и все однотипные действия все время. Ну, вот из-за этого говорю, то есть в любом случае эта тема была, ее теперь нет, что-то изменяется, вон сегодня новость вышла, у нас там за $200 буду что-то рассказывать, вот, ну, не знаю, то есть люди вот пишут объявления, спрашивают мнение, я лично просто не понимаю этих движений, сам лично еще по этому поводу не общался, может быть, до того момента пообщаюсь, что это такое вообще, я считаю, на данный момент, даже вот у нас там вопрос возникает, то есть у многих вопрос возникает, и по продвижению тех, кого я знал, в принципе, особо-то не двигают на самом деле. Вот, то есть больше мучений. У нас 2 дня назад двигалось, все было хорошо, сейчас подстало, но будем надеяться, найдем решение. Но это единичный случай, и эта услуга, она, во-первых, себестоимость очень высокая, и, соответственно, она в массовом порядке выгодна. То есть когда ты делаешь, правильно я говорю? Когда ты делаешь оптом, ты закупаешь материалы, все остальные в больших объемах. Тогда это рентабельно, когда люди-профессионалы там занимаются, которые этим собаку съели, они бабушку посадил, которая вообще не в курсах, и сидит там как на биткоин-кранах, фигачит ему. Вот, то есть это не прокатит. Из-за этого, если продается такая технология дорогая и эффективная, она намного больше принесет дохода, если просто тупо делать продвижение. Ну, это, во-первых, и востребовано, во-вторых, это дело профессионала, это просто... Ну, если прокомментировать вот эту стоимость $200, ну, по крайней мере, если бы ко мне человек обратился и предложил мне бы $120 000 и рассказать хотя бы примерно, что я делаю, я бы, ну, я бы даже разговаривать не стал. То есть я не знаю, что там можно рассказать за такие деньги, да. Честно. Ну, я просто, в принципе, говорю, нет, я не к тому, что там плохо или хорошо, камень в огород и так далее, нет, я исключительно просто движение не понимаю, вот, что там можно рассказать, вот, потому что вот я что не понимаю, потому что вот сегодня уже был там несколько раз, у меня с несколькими людьми разговор, вот это я не понимаю, вот, если есть технологии, надо просто работать, качественно выполнять и зарабатывать на этом деньги, вот, а если выдавать эту стратегию там, и правило, ну, значит, скорее всего, будет или нерентабельно, или невыгодно, или еще каким-то образом. То есть я это не понимаю. То есть это те, кто спрашивал, я вот обещал ответить, вот я так отвечаю. Если кто-то считает, что это, напишите вопрос, я что-то поясню. Так, что у нас там? По отзывам мы рассказали, по продвижению. По бану спрашивали. Какая у тебя история по банам вообще? Кроме твоего личного бана, за который тебя, как оказалось, в конечном итоге неправильно. Клиенты страдали, не страдали? Приходили ли письма по... Нет, у меня ни разу не было такого. Ну, по крайней мере... Сейчас, секунду. За мою практику у меня, по крайней мере, не удалили ни одного отзыва. Это раз. И, во-вторых, в принципе, так как я говорю, что... Ну, я очень к безопасности подхожу прям совсем. У меня в целом не удаляли ни отзывы ни у кого. Не было никаких банов, ни у кого не было писем. То есть... Даже что бы я ни вытворял, какие бы способы я ни тестировал, нет, ничего не было. Ну вот, то есть вот такая вот ситуация. По поводу еще, ты по отзыву забыл сказать, качество чем отличается? Ты не говорил, вот это одно из самых важных, что нельзя публиковать с одного аккаунта несколько отзывов, ну и так далее. Вот эту вот тему расскажи, пожалуйста. Ну, да, 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 это, конечно, это цепочка, вся... Если Amazon удалит просто с одного по какой-то причине, он удалит со всех. То есть и это все пойдет по цепочке, и люди останутся, ну, в целом, либо вообще без отзывов, все, чтобы. Ну, то есть, это будут выкинутые деньги, если писать таким образом. И во-вторых, ну, это как минимум, я говорю, что Amazon он очень далеко не дурак, то он это просто вычисляет. То есть это все вычисляется на раз-два у Amazon, и все это проходит верификации, то есть антифроды проходят.
и так далее. То есть, ну, так делать не надо. То есть, если индус там за $1.5, я не исключаю, что он напишет с одного аккаунта на 10 товаров, и в целом просто потом все окажутся без отзывов там через неделю, а этого индуса ищи свищи. То есть, ну вот, в принципе, такой расклад. И помимо этого еще, ты мне рассказывал, помимо этого еще есть важность самого аккаунта, что он из себя представляет, сроки его, когда он закрылся, там, карты, вот эти вот. Слушай, но, в принципе, как бы для этого всего используются старые аккаунты, и которые уже, в принципе, недействительны. То есть это люди этим занимаются у меня, кто это все добывает, интересные материалы, ну и так далее. То есть, в принципе, ну, слушай, если даем гарантию, то есть, ну, я думаю, людям не стоит беспокоиться, как бы никуда никто не пропадает, все на связи, можно всегда решить любой вопрос, мне кажется. Так, по отзывам понятно, я думаю, все, в принципе, что можно было, разжевали уже, как делается, сколько стоит, уточнили. По продвижению тоже сказали, на данный момент мы работу не берем, то есть не надо думать, что все видео у нас тупо рекламные там или какие-то. Как разберемся, мы расскажем. На данный момент мы доделываем старые заказы, вот, потому что туда налилось достаточно трафика, а способ продвижения такой, что он постепенно выстреливает. И там не надо такое, что там что-то такое извращаться. Вот. Я думаю, правильно я сказал? По поводу... Да, конечно, сроки, результат это после 2 недель стоит ожидать, то есть раньше это вообще бессмысленно что-то сидеть ждать, это какие-то будут такие незначительные скачок 1-2, это либо кто-то с аутстоков будет приходить, появляться, либо это кого-то какие-то возвраты появляются, они возрастают, ну, на своей позиции отпрыгивают обратно, то есть, ну, там незначительное совсем движение такое, это время, то есть все начинается где-то после 2 недель, там уже надо смотреть по... Как ты думаешь, такой вообще устаканится, когда у них проблемы начнутся? В ноябре они складами займутся. Я слышал, они, насколько помню, отделы какие-то по борьбе вот эти вот новые открыли. Вот Ласка спрашивает, как вы думаете, когда Амазон устаканится? Вот с ноября как началось, и каждую неделю что-то новое. Причем такое, что... Слушай, Денис, а Амазон не устаканится в целом, потому что нужно будет всегда что-то изобретать новое. То есть, нет, это понятно. Мы говорим про... На данный момент, вот прям реально, я с ней абсолютно согласен. Вот с ноября как началось с конца, вообще ничего не останавливается. Просто там, я не знаю, бренд-регистры, все как бы, знаешь, как будто вот просто пришли новые люди и сказали, все сделаем наоборот. Абсолютно, то есть я тоже думал, я еще говорил в январе, в феврале, я ждал вот это, когда все закончится. Оно дотянулось, у нас считает, до конца апреля. Вот, то есть я то, что слышал в прошлом году, после Нового года, ну просто логически, если думать, у них начинается в октябре проблемы. Это склады. Они в прошлом году нам прекратили новичкам принимать товары, то есть они там гайки закручивают, меняют схему, например, по складированию, сколько стоит, в октябре цену снижают, ноябрь, декабрь повышают. То есть это все логично. Они пытаются избавиться от плохих остатков, там, от токсичных от стоков, так скажем, там, хороших, наоборот, забить. Вот, то есть много-много вот этих моментов, они, в принципе, понятны. И при условии, что зная, что было... Год назад, там тоже свои нюансы, потому что каждый год это меняется. Я понимаю, что в октябре, в сентябре у них голова болит уже о Рождестве. О том, чтобы забить товары нужными, забить склады нужными товарами, чтобы получить, то что Amazon заточен на продаже, максимальное количество продаж. Потому что склады ограничены. У них есть ограничения по складам. С этим большая проблема. И вот из-за этого многие считают, что вот сентябрь максимум, и они начнут заниматься уже продажами. То есть сейчас они прямо, знаешь, в таком в экстренном порядке просто душат все подряд. Всех подряд там строят, удаляют, но потом вот как раз спокойное время будет. Но с другой стороны, если в ноябре началось, ну, когда тогда? То есть я вот это не могу понять. Когда закончится это чудеса, я знаю. Вот из-за этого вот такое вот рассуждение, что все надеются, что хоть в лето, в конце лета закончится. То что ты дропшиперов, то они в этом самом нормально себя чувствуют, то их начинают душить. То есть это влияет на всех вообще. Ты сам говоришь по продвижению с конца года, уже там сколько ты, 5-6 раз уже поменял стратегию? Да, ну нет, раз 10, наверное, я уже все менял, у меня каждый день что-то меняется, то есть это, слушай, я уже к этому просто отношусь спокойно и все, это нормально. Человек спрашивает, а если аккаунт забанен на продаже, он может делать отзывы? Конечно, может, вы же покупателем, если являетесь, вы можете делать отзывы. Это никакой связи, насколько я понимаю, нет.
Вот. Так что отзывы делает не продавец, а именно покупатель. Так, значит, что там у нас сверху еще пишет? Это как на бирже? Ну, не знаю. Амазоновская все равно, вот все их действия в конечном итоге прослеживается одно. Тот же PPC. Что разговор о том, что даже у тебя будет самый большой бит, и тебя не будут показывать номер один, потому что будут показывать того, у кого лучшие продажи. Вот. Это говорит только о том, что Amazon в первую очередь все заточено на продаже. Из-за этого сейчас органические выкупы, организация нашей вот этой группы, проект X для того, чтобы именно и продвижением заниматься, и выкупом, и всеми делами, и отзывы получать, и звездочки, я считаю, полезны. Вроде там все работает, что-то даже ни одной жалобы не было. То есть даже, походу, там, наверное, нет такого беспредела, который я боялся. Вот, так что все работаем более-менее нормально. Так, давайте вопросы тогда, чтобы не задерживаться сегодня. Вот, в принципе, вот такая история. Кто ждал решения вопросов по поводу SEO, к сожалению, вот так. Вот, я это, мы специально, мы, честно могу сказать, видео запланировали до того, как. То есть мы планировали рассказать, как мы будем работать, как у нас будет именно вот это вот. То, что более правильно продвижение именно комплексно, типа вот полностью берем один ключ и бьем его целый месяц. Заливаем туда трафик и подтягивается огромное количество ключей. Но на данный момент так. На данный момент, потому что если продвигать один ключ, вам его продвигают, и продвижение оканчивается. Все, то есть его могут за 10 дней, за 5 дней трафик лить и просто потом ждать. То, что уже знаешь примерно, через какое время он выстрелит. И, а если будешь просто дальше лить трафик, он быстрее не выстрелит, просто намного больше потянется низкочастотников, так называемых хвостов. Вот, вот мы как бы вот об этом хотели рассказать. Но на данный момент, к сожалению, Алена пока... Вот, то есть на данный момент такая вот ситуация. Вот, любые вопросы мы, соответственно, попытаемся ответить. По продвижению, по отзывам, неважно. То есть какие там, верифай, не верифай. Как сравнить длинные и короткие споты с Амазоном? Слышишь? Еще раз. Как сравнить длинные и короткие споты с Амазоном? Я не понимаю, о чем эта речь идет. Да. Ну, я споты вообще не знаю, что это такое. Поясните, пожалуйста, добрый человек. Это, наверное, проверка твоей квалификации. Споты с Амазона? Да, ну я не понял тоже в любом случае, так что это... Может быть, какой-то более. Как сравнить длинные и короткие споты с Amazon? Не знаю, как сравнить. Так, вопросов, походу, больше нет. 70 человек, а вопросов нет. А, вот о чем разговор. Закрытые и открытые позиции. Закрытие и открытие позиции. Денис, что значит открытие и закрытие позиции? Ну, Денис Асташев пишет, он о бирже говорит. Это человек с Форекса заблудился. Так, ну это там, хаджейсики где? И все остальное... Какая там, я уже забыл, я мать. Что, на бирже продвинуть надо или что, где там? Не знаю. Я отзыв на бирже. Нет, там они боты пишут. Боты, которые реагируют. Форекс, да, жесткая вещь. На Форексе меня тоже за это самое. Немножко там потусовался. Так, значит. Сколько безопасно ставить отзывов в день? Мне кажется, это зависит от наших продаж. Как ты думаешь, Паш? Нет у меня такое мнение по этому всему. То есть вопрос, что вы ожидаете в плане того, что, ну, если этот товар не нужен, ну, грузите как китайцы, что, как бы. Вопрос есть в том, что какую тактику продаж вы выбрали, если у вас как-то долгосрочная, вы там собираетесь этот продукт продавать там
долго, там, и он вам интересен и так далее. Ну, да, тогда чем меньше, тем лучше. То есть где-то в районе 1-3-4 это достаточно в день, там, плюс миксовать, рандом делать, также опять там 1 день 3, другой 2 и так далее. Если вы хотите слить товар, да хоть 200. То есть тут уже вопрос-то весь, уже просто что вы распродали, если у вас есть возможность там накидать отзывов 200 плюс продвижение, плюс реклама и пошла жара, то, конечно, как китайцы выстрелили, продали весь склад, закрыли, поехали новый товар таким же образом. То лучше есть... в любом случае мы делаем на данный момент лучше разнобой. Чем меньше повторений, тем лучше. Я еще раз говорю, 3-5 по там этому, как его называют, Фибоначчи, как кому как нравится. То есть вы пишете просто нам в день в файле, правильно, Паш? Нам как Арен сколько печатать? Мы можем месяц-два печатать. Нам, естественно, чем быстрее, мы лучше за день вам надолбим. Кстати, неплохая идея была с английского Амазона, ну, не обязательно Амазона, содрать с аналогичного товара отзывы. Вот, потому что они не связаны. Слушай, если честно, это нормально, да, это нормальная темка, но нужно отслеживать, потому что не одни мы такие умные, и китайцы тоже этим частенько занимаются, и если отзыв схожий, то есть я как бы придерживаюсь того мнения, что нужно помиксовать в плане начала одного отзыва, конец другого, то есть, ну, конечно, чтобы он весь ровненький был там и так далее, а просто скопировать китайцы, ну, они штампуют эти тысячами отзывы, поэтому может такой случай быть, что один и тот же отзыв будет повторяться, ну, так, тогда тоже могут удалить, то есть это Amazon, он разместит его, конечно, и просто через какое-то время может удалить, если он прям такой же один в один отзыв найдет у себя, то есть какой-то там бот, да, у них... Да, все правильно ты сказал, да, не все такие умные, вот, товаров не так много, отзывов не так много, вот, так что делайте, применяйте креатив, но от нашей убогости приходится как-то миксовать, вот, потому что в любом случае здесь уже у каждого там больно, каждая самая, на, как сможет, что придумает. Вот, что у нас тут еще? По поводу вот этого мероприятия за $200 уже говорили, Дмитрий. Я удивляюсь просто. Или ты специально тут хочешь поднять нам это? И уже один раз в начале по этому поводу говорил. Специально нас хочешь лбами столкнуть? Я не понимаю. Да? Я не понимаю. Ну, Денис, кто сталкивается? Ну, пускай, ну-ка, ну, нет, что, я просто, хотите? Я Дмитрий просто хорошо знаю. Чтобы он $200 отдал за что-то, он явно какую-то провокацию здесь устроил. Не надо. Вот. А, да я шучу, Дмитрий. Там смысл такой, что, ну, просто, ну, каждому что нравится, ну, нравится $200 платить. Я не знаю, надо нам тоже вебинары начать платные проводить, наверное, тогда. Лайвы там и все остальное. Вот. Будет звук получше, там, настроим какую-нибудь комнату, чтобы народу понравилось все четко. Ну, в любом случае, то есть у всех формат разный, каждый по-своему, я не понимаю. Вот конкретно этого я не могу понять. Я с Игорем не разговаривал, я не знаю, какие там планы. Я лично не понимаю этой серии, там, зачем убивать корову, которая молока дает. Вот, ну, работает. Аналогичная ситуация. Да, она работает и работает, то есть спокойно, можно продавать тогда, когда? Когда она уже не актуальна или на издыхание. Вот, и поездил на машине, на хорошей. Она начала там двигатель умирать, там, и ты ее пошел да, продавать начал. Она красивая, нормальная, как хорошая. Потом, если она движок стуканет, уже все, привет будет. Вот, то, вот и здесь то же самое. Я не знаю. Вот, тем более, ни у кого ничего не работает. То есть, это практически эксклюзив. И в том числе мы сейчас сказали на данный момент, прямо вот сейчас мы заказ не берем, потому что на данный момент нормально не работает в той себестоимости, которая у нас... была заложена. Она уже была в два раза больше, чем... Ну, то есть, раньше мы по 200 делали, а сейчас по 400 делали. Потому что любая математика должна быть разумная. Мы разными проектами там занимаемся, и сейчас есть новая там задумка, как продвижение делать, помимо тех выкупов, которые мы за полную стоимость сделаем. Потому что купоны умерли. Сейчас вот раздачи тоже, количество людей нас ограничено. Тут количество людей, я смотрю, в группе продавцов прибавляется, надеюсь, покупатели прибавляются. Если покупатели не прибавляются, у нас получается наши, там, я не знаю, там 200 человек, там 100 человек покупателей покупает у одних и тех же продавцов. Ну, рано или поздно это закончится халява,
Из-за этого, если вы не будете приводить реальных людей, которые будут на халяву брать наши товары, и мы не будем увеличить рандом, у нас все это закончится. Так что имейте в виду, нельзя только потреблять. Вот, я тоже не могу загонять туда людей один. Ну вот, так что приглашайте, тем более здесь никакого такого уж там негатива, там, криминала или еще чего-то нет. Вот, что у нас, Денис, когда то у вас маленькая такая информация, что перенос даты начала продаж в Sellers Central во вкладке «Offer» помогает не проседать позиции, а в случае «Out of Stock» так ли это? Что-то вообще не по теме, просто это не готов. А, да, да, ну это был такой. А, именно об этом разговор, да, мы переносим дату распродажи, у нас как бы «Out of Stock» нет. Но это просто одна из таких фишек, да, можно перенести вот эту дату именно акции на, там, на дату вперед. И у нас там месяц будет написано, что будет доступно попозже, а не сейчас. Да, было такое дело, пробуйте, мне человек это сделал, он случайно это сделал, у него получилось, и он вообще в аутосток не вылетал и позиции не терял. Что считаете насчет запуска нового товара, который нет в Амазоне? Допустим, обувь. Ну, по обуви это закрытая категория, там есть свои сложности в любом случае. Это, ну, как бы сложно сказать. А так, любым товаром можно торговать, просто очень часто ошибки. Вот сегодня только с нескольким человеком разговаривал. На нашу долю сложились такие ситуации, что многие себе в голову вбили, что при, ну, как бы им так учили, рассказали, они в это поверили, что при каких-то жалких наших потугах, там, покупках 500 тысяч штук, а то и 300, мы можем реально кастомизировать товар. Мы его не можем кастомизировать, как правило. Вот. И многие пытаются это компенсировать какими-то невероятными наборами, там, всякой вот этой вот трихомудии, там, сумочки, пакетики, мешочки. И в конечном итоге, если бы это еще входило бы в себестоимость, и мы конкурировали реально с аналогичными товарами в ценовом диапазоне, это было бы нормально. Но у меня реально есть как минимум на памяти три человека, которые так намиксовали свой товар и пошли конкурировать с своим конкурентом, что цена у них продажная была там полтора на 30, в треть дороже, чем у бестселлера. Но это полный бред вообще. То есть если ваши подарки, ваши наборы, все вот эти вот трихомудия позволяют вам торговать дешевле, чем бестселлер, а это должно быть так, потому что вы никто. У вас нет ни отзывов, ни истории, ни социальной оценки, ни оптимизированного листинга, как правило, все равно надо его корректировать. Вот, а люди, многие торгуют. И также вот с новыми товарами. Вот, новый товар – это риск. Это риск, как там, насколько вы можете проанализировать рынок, востребованность этого товара и все остальное. То есть быть первым не так сладко. Быть третьим, четвертым – хорошо, когда уже видно, что они попробовали, и у них пошло. И успеть зацепиться за них там и сильно не отстать. Вот, но первым быть нелегко. Так, что там, понял, спасибо, будет тестировать. Так. Не верифай токсовый, гасит негативно, отзыв 1 к 15. Ну, примерно так вот. Паша так уже, опыт есть, как бы, обмануть смысла нет. Но не забывайте, я, например, лично всегда делаю однозначно, заливаю не верифай и покупаю в этот момент 1-2 верифай отзыва. Ну, просто они придут дольше. Просто они придут дольше, и все. А, по отзывам, да, обращайтесь ко мне, в любом случае, Паше этим заниматься некогда, как бы я вот являюсь таким бухгалтером, по большому счету. Вот. Да некуда, я, Денис, как бы я говорю, я придерживаюсь такого мнения на Амазоне, что не надо спешить, то есть, в принципе, если товар опустился по звездам, ну, отпустите его, то есть не надо гнаться быстрее. Да, да, что-то. Ну, конечно, конечно, в любом случае. Ну, просто очень многие очень ревностно относятся. Я еще не, ну, очень редко я с продавцами общаюсь, слышал о том, что действительно мой товар говно. Все до одного считают, что это заказной отзыв. Просто, ну... Слушай, да, ну, такое тоже может быть, может что заказной быть. Это не исключаем, такой вариант. Это чаще всего, то есть это, к этому нужно готовиться, когда вы выползаете к первой странице, это к этому надо быть готовым. То есть это... Ну, массу. Это для этого как раз мы создаем массу, вот это психологический барьер, 100 отзывов, например. Вот, это как раз психологический барьер, когда тебе не так сильно на тебя это влияет. Вот, но в любом случае надо понимать, что в мобильных версиях очень часто, декстопных и так далее, часто бывает такое, что настроено только на верифай отзывы, и видно только верифай отзывы.
А не верифай, они влияют косвенно. Косвенно. То есть они показывают количество штук отзывов. Это на покупателя тоже влияет. Не каждый покупатель сидит и смотрит. Он видит, что 100 отзывов есть, там 4,8 звезды, значит товар известный, работает и нормально. Почему мы в тайтле все время пишем бренд? Потому что брендированный товар лучше, чем не брендированный. Вот и все. Не надо его выпячивать вперед, тоже факт, потому что товар, бренд этот никто не знает. Но и не показывать его тоже, я считаю, неправильно. Вот, из-за этого, это опять же кому что нравится. У Кардо свои. Так, что-то еще есть тут интересное? А, ну, про... Следующий вопрос, если есть, я думаю, про... про вот это мероприятие за $200 я ответил. Дмитрий, если что, позвони, но я смысла в этом не вижу просто. Во-первых, когда у нас что-либо платное, ну, там, я не знаю, в записи в реальном времени сразу народ начнет записывать и отбивать свои бабки. И сразу же везде это будет за 2 копейки продаваться. А так как нет интерактива, то какой смысл вообще там участвовать в реальном времени? Я вообще этого не понимаю. Да еще, ну, я понимаю, цена вопроса там... Мне... Вот, цена вопроса, конечно, своеобразная. Потому что, ну, блин, я не знаю. Мне нечего сказать, я вообще не понимаю этого. Я это не организовываю, то есть карды делают, может быть, действительно есть какая-то информация, которую вот раз и сделали, но это такие вещи, они достаточно интимные, что ли, зачем их рассказывать? Так, если делать раздачи как MBA, это также хорошо влияет на продвижение, как и FBA. Делать раздачи, если вы имеете в виду органические искусственные выкупы, то разницы никакой. Органика и в Африке органика. Хоть вы будете отправлять через свой склад или через склады Амазона, разницы абсолютно никакой. Просто через MBA вы можете отправлять там, одинаковый объем, одинаковый вес, там, фанеру какую-нибудь или кирпичи. То есть, а не там, какой-нибудь дорогой предмет. То есть, через MBA выгоднее продвигать дорогие товары, чем через FBA. Просто если вы торгуете каким-то товаром по $1500, ну просто нереально. Во-первых, он оверсайт идет, там ограничение по складу бешеное, а стоимость хранения, ну, то есть все набегает. И второй момент, просто вы искусственно не сможете раздать товар там. Тут народ за $50, за $30 уже пыхтит, что как же они будут органику раздавать. Я говорю, а как же вы вложили пятнашку или там двадцатку и считаете, вы будете на продвижение тратить $100, что ли? То есть человек вложил $2000, он вкладывает там пятихатку. Я говорю, это вот посчитайте, 25%. Вы 25 на 25 умножите у себя, значит, вам надо вложить 2250 примерно. Ну, это грубо, конечно, но смысл такой. А у нас люди готовы в товар вкладывать деньги, а не вкладывать деньги именно... Деньги именно вкладывать вот в эти все дела. В продвижение и все остальное. То есть я лично, когда при запуске товара, у меня уже есть план продвижения его там как минимум на пару месяцев. То есть в любом случае, естественно, план там не всегда срабатывает, надо корректировки делать, надо что-то изменять, но в любом случае надо бюджет закладывать на продвижение, это однозначно. То есть у меня бюджет, я могу сразу сказать это, я раньше цифр у меня не было, то есть это все постепенно выстроилось, это 10% от партии у меня идет от первой на искусственные выкупы и органику, и 10% от первой партии. Я заказываю, не верифаю отзывов, постепенно их раскидываю. Не в начале, а именно вот они у меня текут потихонечку. Ну, 50 отзывов, соответственно, по 3 штуки можете посчитать. То есть это у нас получается там сколько там? 15, там 16, 17 дней. Ну вот. Ну, лучше в разнобой в любом случае. Я Паше всегда говорю, мы пишем 3-5. Паша, а ты забиваешь небось как хочешь, правильно же? Нет, в рандом я делаю. Ну да, то есть в любом случае рандом делаем. То есть мы просто, вы нам даете 3-5, это не значит, что у вас должно появляться в день ровно такое количество. Мы просто порядок цифр понимаем человека. Если человек пишет, ему надо 10-15. Мы его пытаемся вразумить, но если человеку надо, мы же не можем его заставить, что там наша задача выполнить работу. Мы говорим о всех рисках, и для этого эти все лайвы проводим. То есть есть лайвы, я по программам рассказываю. Есть лайвы вот такого технического момента, потому что... Ну, рассказывать про Amazon нечего. Выбор товара, я не знаю, сколько раз я рассказывал. Продвижение товара, еще больше раз рассказывал. Работа с китайцами, тут, ё-моё, посредники, сколько раз рассказывали. Если надо, могу еще пригласить несколько раз.
они в любом случае лучше меня разбираются, как работать с китайцами, как выбирать товары в Китае, где там, на каких площадках. Единственное, мне каждый раз вот это говорят, и ни разу я еще ничего не подтвердилось у меня. Потому что говорят все время на 1688 надо, там, ну я на китайском даже, мне сказали, оказывается, надо писать. Но мне пока вот не получается. То есть, к сожалению, вот в Китае, я вижу, у них тоже есть, и в Америке есть свои вот эти рамки. То есть, они привыкли считать, например, Alibaba плохой площадкой, именно там для этих приезжих, так скажем, а 1688. Я, естественно, наверное, ошибаюсь, но может быть и такое. То есть, в любом случае, субъективное мнение. То есть, мне, например, здесь нравится, здесь не нравится, ко мне обратятся, скажу, мне вот так вот. А на самом деле, может быть, это и не так. Но я не могу найти. Ну, сложный 1688, не сложный. Просто я туда забиваю, как я не путаюсь, не пытаюсь, точнее, а у меня не получается найти большое количество выбора товара, как на Алибабе. Хотя я понимаю, что многие производители, наверное, там где-то сидят, но не на Алибабе, например, но мои знакомые, которые ездили вот на выставку, которые ездили смотреть своих производителей, которые ездили потом на переговоры с производителями, которые с ними на связь не выходят, получилась такая ситуация, что очень многие производители не являются таковыми, они там какие-то сборочно-разборочные цеха там в подвалах, там в каких-то сараях, вот, а те реально заводы, которые, они реально и на Алибабе особо на контакт не идут. То есть, если мы им не пишем, что нас интересует там 10 тысяч SKU или контейнер, они даже не разговаривают, просто они зажрались. Ну, вот у многих таких вот крупных по электронике там и так далее, просто зажрались, им все равно, у них очередь там на несколько месяцев вперед. Вот, и не всегда получается нормально. То есть надо понимать, пока вы не будете торговать вот, партией контейнер, к вам никто серьезно относиться не будет. Те обороты вот эти, которые здесь вот афишируются, это ни о чем. Просто ни о чем. Ну вот, это там кто-то ООО там хочет открывать или еще что-то, я имею. То есть в любом случае это очень маленькие обороты. И для китайцев, естественно, в том числе. Вот, чем круче производитель, короче, тем хуже он идет на общение. По логике мы здесь думаем, они должны нам здесь быстрее сделать, они нам должны дать более низкую цену и так далее, и так далее. Но на самом деле они очень тугие в переговорах. 1688 для тех, кто говорит на китайском. Если говорить на китайском, то можно там работать. Если не говорить на китайском, то Alibaba. Просто на Alibaba могут посредников очень много. А разве на 1688 нет? Нет, у меня есть просто посредники, которые говорят на китайском. Я им даю задание, они не находят мне товара. Я не знаю. То есть, в любом случае, то, что они мне предлагают, это абсолютный аналог того же, что я нахожу на Алибабе. Я вот о чем. Вот, и далеко не всегда мы находим производителей, реально мы не вписываемся в ту цену, которую нам дают посредники. И что мне теперь? Из принципа работать с производителем, я лучше начну с посредника. Если он работает качественно, он выходит на связь, он постоянно онлайн там. Там бывает, у меня времени, я не знаю, там 11 вечера, 12 ночи, я там написал, думаю, завтра мне ответить, а мне отвечает, у них там, я не знаю уже, ну там не 12, а именно вот у них там поздняя ночь, 2 часа ночи, 3 часа ночи, они мне еще отвечают. То есть там тоже разные органы по-разному работают, а некоторым и днем напишешь, они не ответят. Ну вот, все по-разному. Я только с удовольствием бы работал, получил эксклюзивные какие-то такие дополнительные конкурентные преимущества, но не получается. Ну, вполне возможно, я только это самое, только рад был. Вот, что больше заводов напрямую, однозначно, меня все устраивает. Единственное, я говорю, когда забиваю, на Alibaba я имею, например, там, даже с фильтрами, со всеми этими, Trade Insurance, Gold Supply, я имею листы, десятки листов там. Вот, а на 1688 страничку одну. Вот, и переводя на юани, я вижу, что цена абсолютно такая же. То есть у меня пока нет положительного опыта, к сожалению. А все, кто в Китае, мне говорят, иди туда. Вот, так что я всегда за то, чтобы работать напрямую с производителем, есть перспектива, и при равных прочих я, конечно, всегда буду работать с производителем. Но посредники более гибкие, как правило, находят и транспорт, и все дела, и я, честно могу сказать, со многими также с удовольствием работал бы. Так что тут очень такой момент. Так, еще вопросы есть? Или к Паше, или ко мне, чтобы не затягивать. Сегодня тема SEO 2. Не верифай отзывы, на что влияют, как с ними работать, где заказывать, какие хорошие, какие плохие. И то, что очередной раз продвижение немножко стопорнулось. Вот, мы просто об этом говорим, чтобы не было заблуждений.
Проще просто один раз здесь сказать. Да, я согласен, Александр, абсолютно с вами. 500 тысяч вообще там делать нечего. На 16,88 просто делать нечего с такими цифрами. Вот, из-за этого мы тут и болтаемся. Еще недавно у нас 300 штук являлось нормальной партией, на самом деле. То есть вот я за год общения на Амазоне понял то, что постепенно вот люди меняются. То есть начинали мы 300 штук, это была вообще стандартная партия. Сейчас 500 кажется очень маленькой, то есть вот 500 тысяч мы и берем. Почему? Ну потому что даже те же раздачи, они если систематически делать с правильным подходом, ну то есть они много потребляют вот этого всего. Ну, вот из-за этого действительно, когда мы будем подходить к 5, к 10 тысячам SKU, тогда, наверное, будет разговор. И пойдем дальше. Будем в Китай ездить, наверное. Или людей нанимать, чтобы они действительно работу выполняли. Просто неэффективно, когда ты 500 штук опять же заказываешь, человеку зарплату платить. Это нормально. Постепенно инвесторы и сами продавцы растут, кто-то отходит, естественно, у кого не получилось, вот, а кто-то увеличивает портфель, увеличит количество товаров, выстраивает свои линейки, то есть какие-то товары избавляются и продолжает какую-то свою линейку. Мы вот сейчас в своей вот этой закрытой группе по обучению запустили товар, то есть вместе, то есть мы показали, как выбирали, рассказывали, привезли его наконец-то с горем пополам. Вот сейчас его продвигаем, то есть чтобы все это было видно. Вот, и мы думали, как нам, куда пойти. Решили продвигать эту линейку, то есть она пошла и работать можно на ней. Вот, будем продвигать эту дальше линейку. Соответственно, когда большая линейка, значит, нам нужно искать производителя или несколько производителей аналогичной продукции. На родине, да мы бы с удовольствием. Если бы была бы доставка из России отправить, можно было нормально, с удовольствием. И второй момент, помимо доставки, я все горы, например, не знаю вообще, что производится. То есть тут, я не знаю, там, военные там или еще что. Где площадки централизованные, которые нам обещают и так далее. Вот. Правильный подход к раздачам, ну, затачивайте лисинг определенным способом. То есть, чтобы он у вас был именно под вас. Вот, чтобы вы поняли. Точнее, даже не то, что лисинг, он стандартный всегда. Просто уже отталкиваюсь от лисинга, я выбираю те ключи, которые надо, и по ним делаю раздачи по заданиям. Вот. Опять же, я вроде это кажется все просто, я очень часто об этом рассказывал, но вот я с людьми общаюсь. Просто ужасно люди сливают свои остатки и делают неграмотные раздачи. Основная масса при выкупах концентрируется только на получении звездочек. И самое главное, то, что самое главное такое ощущение у очень многих людей задача – это не заплатить, не дай бог, кому-нибудь за услугу, что тебе сделают там 20-30 отзывов, а именно помучиться в группе, поковыряться, сделать. Ну вот сейчас я говорю, негатива, вот если в ноябре того года я ее закрывал, эту группу, можно сказать, то сейчас вообще негатив, никто не жалуется. То есть, может быть, там наладилось все, и слава богу. Вот. А очень многие, то есть, стремятся, вот, то есть, это для них просто принципиальный вопрос, не дай бог, кому-нибудь хоть копейку заплачу. Ну вот, так что по-разному, я честно могу сказать, частично где-то тоже не понимал, как вот многие очень любят, у меня есть друзья, которые очень много прогоняют программ различных. Я вообще практически программами не пользуюсь, прям единицами. И многие, естественно, попробуешь и выбрасываешь из своего перечня. А некоторыми программами продолжаешь дальше работать и понимаешь действительно, как их использовать можно. ЛЛЦ в Америке как с пионером создать. Счет банки в США, я не знаю, я этим не занимаюсь. Есть люди, есть юристы, которые этим занимаются. Вот, там что-то предлагали, даже на расстоянии, насколько я понимаю. Если такая есть необходимость, можно узнать. Вот, я не собираюсь юрлицо в США пока открывать, из-за этого я этого не знаю. Почему? У меня для этого есть сетка людей в США. Ну, замечательно. Если у вас есть сетка людей в США, это отлично, просто... Она должна постоянно меняться, если вы одни и те же товары по этой сетке будете продавать, рано или поздно у вас настанет тоже неприятности, потому что нужен рандом. Я понимаю, что вы можете продавать по своей базе свои товары, но в любом случае, как бы там ни было. И эти люди, если у вас там какие-то взаимоотношения, если они только у вас покупают, это хорошо. Мы вот на днях определили, как Amazon пишет вот эти письма счастья о том, что мы злоупотребляем
и манипулируем отзывами, они просто-напросто делают так, что они цепляют кого-то по какой-то причине. Ну вот, например, как у нас там цепочку поймали кого-то и блокируют ему аккаунт. И в письме там пишут, что расскажите, как было, у кого заказывали, что делали. Ну, соответственно, они выцепляют этого человека и по этой же цепочке пошли дальше. Так что чем чище мы работаем, тем лучше. Нет, это для старта в линейку. Ну, какой старт? У вас есть там сотни людей. Вот я, например, везу товары постоянно там 500 тысяч. То есть мне на каждый товар надо 50-100 человек. Что имеете в виду, главные звезды набрать? Или имеете в виду, что в первую очередь надо ключи двигать? Конечно, ключи двигать. Звезды вон, не верифай, набил, вот вам и звезды. Вот, самое главное, ключи двигать. Главное, самая органика. Органика, на которую влияет на органику, косвенно. Мое мнение такое, что вообще работа с листингом – это самое главное. То есть, ну, надо как бы тоже людям, наверное, донести такую вещь, что продвижение – это не кнопка бабло. То есть, вот. Ну да, да, нет, просто весь смысл мы стремимся к органике. На органику давайте пальцы загибать. Что влияет? Влияет, естественно, куча моментов. И листинг, и звезды, и первая страница, и классные там фотографии. Все влияет. Но в любом случае, это называется совокупность факторов. То есть мы этим и занимаемся. Чтобы все это сложить воедино, вот, и у кого-то спокойная ниша, у кого-то менее спокойная ниша. Дело не в этом, просто у всех разная стратегия. Главное, чтобы у всех был классный результат. Мы к этому идем своим путем. Каждый имеет право идти своим путем. То есть каждый зарабатывает как может. Я честно могу сказать, я против негатива. Я не понимаю, как можно просто тратить свою энергию, писать негативные отзывы, какие-то там, я не знаю, вещи, жаловаться на конкурентов. Когда ко мне влезут в листинг, или когда у меня украдут мои фотографии, я понимаю, я должен иметь, как вот у меня человек один работает в канадской фирме, именно вот по продвижению на Амазоне. Вот, он там, у них там 40, там 80 тысяч оборотов, им Амазон позвонил и дали им персонального менеджера. У нас вот у людей по 200 тысяч оборотов, и вообще коня не валялось. Никаких менеджеров, вообще ничего нет. Ну как работать, я не знаю. То есть даже обратиться непонятно кому. У меня вот фотографии просто мои передрали, ладно, на eBay, фиг с ними. Но на Амазоне торговали один в один. Вот, и также у многих такая ситуация. Вот, из-за этого тут, или негативные отзывы, например. Вот тут высчитывают, там, спрашивают, а вот не верифай. Сейчас какая проблема выкупить ваш товар, написать негативный отзыв, потом вам вернуть, сделать возврат, написать негатив на продавца и на товар. Никаких проблем. Просто кто-то на это тратит энергию. И сделает, не... это 10, сделает это 10 друзей какого-то человека, и, в принципе, ваша торговля на Амазоне на этом, ну, почти закончена. Да, не, реально у меня, как сейчас помню, первый мой товар, 15 или 16 отзыв, топовый ревьюер мне написал одну звезду. То есть я раздавал товары за купоны все время, а мне написал звезду одну. Я просто не понял вообще его юмора вот этого, потому что у меня до этого одни пятерки были. И после этого, то есть реально хороший товар. Этот товар у меня был дома, то есть, ну я не знаю, ну его явно никто не покупал, то есть я ему точно отправлял, ну просто неадекватный чувак оказался. То есть я ему написал, он мне написал сначала в почту, что я там зачем ему напоминаю, там туда-сюда, и прям сразу у меня там, и у меня реально, реально он меня похоронил. В те времена я не знал, что можно там не верифай набивать, что можно там каким-то образом еще работать. Но он меня в тот момент даже вот одной звездой на лопатки положил, потому что я не знал, как с этим бороться. Да, это много таких, конечно. Я очень много таких товаров наблюдаю, когда ползаю по Амазону. Ну, все вроде бы хороший товар, но просто человеку, я понимаю, даже не то, что не дали поторговать, ему даже не дали попробовать это сделать. Он только пришел, видимо, какой-то буст у него был, ему влепили 5 однозвездочных отзывов, при этом он имел в виду, всего 5 отзывов. 5 на 5 минус это, и ушел он нафиг. Просто я смотрю на товар, я смотрю, у него складские остатки там 900 штук, к примеру, а все, продавать он больше не будет. Да, ну вот я из этого говорю, то есть в этом отношении проблема. И неважно, вам льют верифай, не верифай, в любом случае, я говорю о том, что есть возможность, имейте в виду, просто как мы пользуемся, как я рассказал про себя, абсолютно, естественно, это нарушение правил. Так что каждый на свою ответственность должен понимать, что, как, может быть. До этого проблем не было. Вот. Мы на данный момент, я все вообще рассказываю вот здесь вот, и по программам, и все остальное. То, что, чем мы пользуемся,
когда я перестану пользоваться, вот, то есть я сразу выключаю эти там ссылки, рефералки и все остальное, потому что бывает, все заканчивается. Все заканчивается, работа неадекватная, не сработались, услуги плохие, там, некачественные и так далее. То есть с кем-то работали, поработали, с другими перестроились, потому что это имеет значение. И по неверифай отзывам, и по верифай отзывам работаем, продвигаем, но в любом случае просто с неверифай отзывом мы можем загонять сотни отзывов, просто сотни. Проблема в том, что надо вот эту вот критическую точку пройти, там 100, например, отзывов, потом там следующую точку. А это можно сделать только постепенно, то есть с первого дня торговли на Амазоне. Вот. А если это делать, например, вот вам приперло, и у вас никогда не верифай не приходили, и вам надо вот эти 15, это уже стрёмно, правильно, Паш? Вот. Их просто закрыть сложнее. Не так вот во всем. Это вообще печальный конец будет. Ну вот здесь вот в чем смысл, в том, что не верифая можно быстро закрыть негатив даже от конкурентов. Отчасти да, ну цимуса никакого нет. Мне на данный момент, я в основном закрываю негатив именно органическими выкупами, по-быстрому, да, закрываю верифай. На старте не верифай также беру, чтобы у меня не было товар вообще не без отзывов. Ну то есть, чтобы он максимально быстро стартанул. Ну вот, ну то есть и все, в принципе, ничего такого нет. Это просто обычная вещь. Плюс мы и хотели уточнить, как раз можно писать также и вопросы на товар. Это тоже полезное действие. Вопрос, чем лучше отзыва, тем, что он менее сейчас контролируется. Вот конкретно вопросы пока не контролируются, ну, по крайней мере, я не замечал. То есть вопрос можно писать там большой, маленький, по теме, на что вы хотите упор сделать. Жалко, туда видосы нельзя засунуть и фотографии, а то бы вообще была сказка ее. Вот. То есть вопрос можно накатать, а потом на этот вопрос можно там такого написать, что просто пипец. Ну, слушай, ну тоже, да, такой на самом деле интересный момент. У меня был такой продукт, ну, сложный один. И честно я скажу тебе, когда я его продвинул там по ключевикам, ну, достаточно много вылезло на первую страницу. Я не ожидал, что люди будут столько задавать вопросов. Я где-то в день отвечал порядка, ну, 8-10 вопросов в сутки мне приходило стабильно. То есть такие моменты, что если, к примеру, товар что-то какой-то непонятный или еще что-то, то есть можно задать какой-то интересный вопрос, на это интересно ответить. И другие люди человек... подцепятся, правильно? А? И другие люди подцепятся. Да, то есть они посмотрят, увидят мало того, что какой-то ответ сразу найдут, то есть, ну, не все готовы ждать, например, там, или еще что-то там, подходит для этого, не подходит, то есть, раз уже есть, то прочитают, желательно, чтобы они, конечно же, еще и наверху самые такие актуальные были, ну, и народ подхватывает, то есть, у меня реально, я говорю, в день вот 8-10, я, ну, удивился, я не ожидал такого наплыва, но прям вот каждый день я садился с утра. Ну, отзывы, короче... Да, вопросы, то есть это вот последняя, наверное, такая оставшаяся лавочка. И это не обязательно, у нас заказ, естественно, пишите сами себе, там, просите друзей и так далее. Никаких там особых проблем нет, просто на вопрос можно реально развернуто, классно отвечать и поднять всегда тот вопрос актуальный, который сейчас. Сравнение техник, бренда писать, все что угодно можно писать. Ну, просто вообще все что угодно. Потому что это пишет человек именно вопрос, даже не отзыв, не сравнительный какой-то там. Вот, а именно вопрос. Так что, классная вещь. Денис, собирай первый отзыв. У товара только один отзыв, а находится далеко-далеко. Как мне его отдать за отзыв по Stormfront? Или же пусть человек найдет мой основной. Ну да, по Stormfront или Super Юрлу вам за Ваня. Другого варианта нет. Потому что, ну просто нереально его искать очень долго и муторно. Вот, мы раньше это делали, чтобы проиндексироваться через этот, через Инстаграм что-то Сергей делал, вот, я не знаю, сейчас делаем, ну, многие говорят, Stormfront хуже, чем Амзыван, я не знаю, я не пробовал, в любом случае, я, честно могу сказать, отдаю Сергею, я никогда не занимаюсь вот этими вещами, вот, он лучше меня знает, как лучше сделать. Вот, моя задача просто контролировать через Амзыван, как моя позиция продвинулась, выбрать правильную фразу, контролировать продвижение и менять эти слова, чтобы я продвигал за минимальный бюджет максимальное количество слов.
Ну вот, то есть вот так. Хотя вот реально ошибаешься так же. Когда вот просто вот как многие не понимают, наверное, в принципе, продавать можно любой товар практически, если вы там по всем его ключам будете на первых страницах, у вас будет классный фото, листинг. Вот, а адекватная цена, любой товар, мы правим. Вопрос денег, как на этом заработать. Потому что сколько это будет стоить. Вот это вот непонятно. И очень часто такая ситуация, что просто мы работаем в супер ограниченных условиях и приходится разные стратегии принимать в отдельности. Вот, у меня сейчас товар есть один на первой странице, топ-1, Best Choice, там, Амазона, там, вот Choice Амазона, а толку никакого. Одна продажа, там, через день. А запрос, там, по диффузерам, грубо говоря. То есть, там, продажи просто у всех, там, десятки, сотни. То есть, вокруг нее, там, вокруг нашего товара висит, там, я не знаю, сколько. У нее, там, 200, что ли, тысяч у человека или 100 тысяч BSL-ранка, а вокруг нас, там, висят, там, 2000, 3000. И вот, и нет продаж. И товар отличается, и все дела просто в любом случае. Просто мертвая фраза. Ну, потому что по ней просто нет продаж. Просто ошиблись. То есть потратили деньги, продвинулись туда, а бюджет настолько маленький был, что нам просто приходилось выбрать, так скажем, ну, только одну фразу, которую мы могли продвинуть. Все остальные были или намного хуже, мы посчитали, или намного, ну, сложнее продвинуть. Вот. А если мы продвигали 3-5 фраз, ну тогда бы другая бы история была. Так, что еще у нас? Если через ваш магазин, это и есть Stormfront, как я понимаю. Uh-huh. Вот, так что все именно через ваш магазин и происходит. Ну, я думаю, на сегодня достаточно, в принципе. Что хотели, рассказали. Будут новости, расскажем заново. Вот, про все подытожили. Вот, сейчас заказы на отзывы. Не верифай берем, верифай берем, на отзывы для книжек берем, на отзывы для продавцов, для дропшиперов не берем. Вот, что еще? Безопасность заключается в том, что делаем отзыв с одного аккаунта, и аккаунта больше нет, цепочки нет. Но это лучше качество просто нельзя сделать. Из-за этого это есть материал так называемый, то есть он из-за этого стоит денег. Вот, можно, конечно, сэкономить, сделать по-другому. Гарантии мы даем 2 месяца. Ну вот, то есть, если у вас что-то удалится, вы покажете, то есть, никаких проблем там нет. Вот, что еще, Паш? Да, все, в принципе. По продвижению, да, по продвижению тоже не берем, доделываем старое. Как наладится, мы там наэкспериментируем на своих товарах, как наладится продвижение, соответственно, опять огласим, расскажем, опять заново может все поменяться. Просто это вот за какие-то 2 дня меняется все, как на вулкане. Нет, я имела в виду, просто его увидят в моем магазине. Увидят. Stormfront как раз вы ссылку даете, они увидят ваш магазин. Там, туда-сюда. Ну, я не знаю. Короче, Stormfront, вот этот супер-эрор, оттуда копируете, нажимаете и все. Слушай, Денис, а ну, такой вопрос, если про супер-эрор идет, а в чем проблема сделать руками ссылку? Ну, зачем человек себе голову не забивать? Там все вот эти вот прописывать моменты, ты в этом разбираешься, а я вот, например, не разбираюсь. Вот, у меня есть Амзван, я Амзваном и пользуюсь. Некоторым это больше нравится. Я... Ну да, если лень запариваться, я с тобой согласен, на Амзван это нормально. Нет, просто решение. Дело не в запаривании, дело в умении, понимаешь, я умею одно, вот, ты умеешь другое, вот, и за это тут разные люди совершенно, вот, кому-то вообще это не надо, я говорю, многие не хотят даже писать вопросы, понимаешь, сами на свой товар. Я вот. Смотри, просто нет, я могу объяснить один такой интересный момент. Давай. По поводу выкупов по Stormfront и вообще Super URL. Есть такой момент в продвижении, это когда у нас по ключевику идет выдача all the parts, а есть когда конкретная категория. Угу. Когда мы используем Stormfront, это у нас выдача all the parts, то есть делая раздачи, покупки, продажи, поэтому вы будете двигаться в all the parts. Вопрос в том, что поднятие в конкретной категории, именно в конкретной, которая происходит выдача по ключевику, то есть, ну, мы пишем, например, спатула, да, к примеру, это, по этому ключевику будет выдача конкретно этой подкатегории, это даже не home and kitchen будет, а именно спатуловский раздел будет выдаваться. И если этот товар двигать через Storefront, это будет по факту продвижение в all the parts.
То есть в этом разделе он будет подниматься, то есть будет подниматься, это понятное дело. Но если вы будете в Aldeparse на первой странице, то не значит, что вы будете в подкатегории на первой странице. Вот в чем дело. Так, а Амзевановский чем отличается тогда? То же самое. Это движение в Aldeparse получается. То есть Amazon, ну, если смотреть запросы, он пишет, а с какой подкатегории, категории или откуда-то переходится делать покупка. То есть, в принципе, для мобильных версий это нормально. То есть то, что Aldeparse, потому что чаще всего с мобильника выдача идет по Aldeparse. Но с мобильников, то есть там уже надо смотреть по конкретному ключу. Это то же самое, когда люди, например, пытаются сделать себя бестселлером, типа бестселлером, и прыгают в чужую подкатегорию или еще что-то. Это крайне хреново сказывается на продвижении. На моем опыте я знаю много людей, которые ко мне обращались, которых выдвигали. И когда перемещали их обратно в категорию родную, у них происходил буст по ключам жесткий, то есть там было бесполезно. Вот. И I'm the One – это, в принципе, ну, то же самое. То есть тут вопрос есть в том, что не факт, что если в Aldeparse на первый, то по выдаче с компьютера вы тоже будете на первый. То есть вот в чем момент. И в I'm the One вы будете смотреть, например, позиции, так как он показывает по Aldeparse, а вы будете на первом месте, к примеру, а наберете на компьютере, он выдаст вам под категорию, например, и вас там не будет на первой странице или на первом месте. Это, то есть, такой момент существует, и в продвижении, то есть, его тоже нужно учитывать, в принципе, где, ну, где хочется двигаться. Ну вот, люди говорят, как сделать SuperUrl? В чем разница? Вот, Storefront и I'm the One тогда будет. Слушай, I'm the One в целом никакой разницы не будет, просто, ну, это делается руками, например, вот, а Storefront, ну, я просто вообще, как бы, смысла, ну, как бы, в нем не вижу, то есть, как бы, я не понимаю, зачем он нужен. То есть, по мне, это бессмысленно, зачем, если можно сделать конкретно на товар сразу переход, да, на товар. Ну, ты можешь видео показать, как, например, это сделать сейчас? А? Можешь сейчас видео показать, как, например, это сделать? Слушай, я сейчас не ближе компьютера. Понятно. Я могу скинуть, в принципе, пример, как это выглядит с расписанием, что куда нужно вставлять. То есть там есть люди, но опять же, я как бы тебе сейчас расскажу, там в группе читал, есть у людей теория, что надо поставлять таймстамп, это вот ссылки у нас отображаются, квит такой есть, там типа цифры, отсчет времени, да. Если мы подставляем, то... Блин, у нас он уникальный становится. Ну нет, ребят, не, это криминал делать, опять же, потому что это вы видите, это та часть, которую вы видите глазами. Если вы его измените даже и добавите в корзину, и проснифите этот запрос отсмотреть, то quit останется, то есть, ну это в простонародье штамп времени, он останется таким, каким его сгенерировал Amazon. Если вы вот даже просто удалите, и он там не будет отображаться, и вы перезайдете на страницу. А внешне он там не отобразится, потому что вы его убрали, но внутри, в запросах, он все равно сгенерируется. Это не такая часть, без которой существование покупок, действий каких-либо на Амазоне вообще невозможно. То есть, если идет переживание какое-то, что как мы без штампа этого, тут квит, он должен быть обязательный, и уникальный, не обязательно, чтобы вы его видели, потому что он в любом случае генерируется. То есть просто вы его не будете замечать и все. То есть, а подставлять как раз-таки, как я там видел в группе, человек другому советовал, вот тут сгенерируй, подставь, ну это уже для меня, ну как я, как Amazon бы, я считаю, расценивал, это криминал, потому что внутри он все равно ему уже присвоил, а вы еще сверху накладываете туда свой какой-то выдуманный. То есть, ну, это вообще, то есть, так ну, ты хочешь сказать, супер-юрла динамического не существует, мы не можем сделать. Как понять еще раз? Динамического, то есть, у нас раньше был супер-юрл, который мы делали вот это вот, втыкали, и в конце у нас было конкретно ключи, по которым мы двигали. Вот, то есть, вот это вот юрл, грубо говоря, и в конце ключи, по которым мы двигали. Вот, а динамический, вот где как раз вот этот квит, таймер времени мы делали, этого нет, что ли? Смотри, нет. Таймер времени, Денис, он есть при любом обращении к Амазону.
независимо, видишь ты его, не видишь, то есть ты его, это просто для тебя информация, которая в целом вот этот квит, он не несет для тебя ничего, есть он сверху или нет, то есть я тебе скину, я тебе соображу там ссылку, посмотришь, как я делаю ее, вот. Да, если можешь просто видео записать, видео можешь записать коротенькое, я на канале выложу, да и все, что там. Ну да, либо можно так, то есть в целом получается картина такая, что я, например, делаю ссылку, у меня есть там и ключевое слово, и пошло, и поехало, но там не отображается сверху вот этот таймштамп. Ну а вопрос, а зачем он мне нужен, чтобы он сверху отображался, если его Amazon генерирует внутри для передачи запросов, то есть мне он вообще там не нужен, это ну такой бред какой-то выдуманный, что его туда подставить, куда подставить, отскок, который идет от базы Амазона, туда что-то подставить, ну если вы это можете сделать, то я только рад, то есть, но это невозможно в целом сделать. Ну, тут... можно, ну, как бы есть там моменты, да, всякие. Тут но важно. Я могу показать, как просто сделать обычный супер URL, если вы хотите прямо на товар без обычного. Обычный или динамический, опять. Или динамического не существует, просто вот в чем вопрос. Я не понимаю, что такое динамический. Динамический в моем понятии, там я тебе могу сделать, где стоит. Нет. Что такое динамический супер URL? Любой супер URL устаревает. Вот, то есть ты сделал там бот о чем. Нет, Денис, я же тебе про это говорю, я понял, ты про квит, про штамп времени говоришь. Да. Это он устаревает, да, но при каждом новом обращении, он генерируется, то есть то, что ты видишь вот сверху, цифры меняются, да, это просто тебе пользовательская информация, я честно даже не знаю, зачем они это сделали, но если смотреть именно запросы, отслеживать, которые уходят с Амазона и приходят тебе в ответный, то есть, ну, кто разбирается, что такое сниферы, тот поймет, вот, то он в любом случае генерируется, ты его можешь удалить, вот вообще просто удалить оттуда, да, и сохранить это как ссылку, это будет работать, то есть вопрос в том, что ты дашь ее кому-то, и кто-то зайдет, он сгенерирует внутри новую, ты это не будешь отображать, то есть по факту, динамического супер URL не существует, то есть для меня динамически это можно сделать таким образом, когда мы производим раздачу, например, товаров, да, не по одному ключевику, а по пятью. И у нас, чтобы этот супер URL генерировал и подставлял сам разные ключи. То есть одному он выдал один ключевик, другому третий, четвертый. То есть, и вот таким образом для меня вот это динамический. А таймштамп, что подставляется, это никакой не динамика. Ну это вот постоянно. Я говорю, это я первый раз это от тебя слышал. Ну тогда от тебя что, видео? На этом давай тогда и закончим, потому что здесь вот последний вопрос тогда на него... Да и думаю, закончим. Тут смысл такой, что много товаров... Меня тут немножко сбили. Еще раз повторить, что говорил. Вопрос основной, знаешь, какой? Последний. All department и вот категория. В чем отличие? Потому что вот некоторые не понимают. Очень часто бывает, когда мы забиваем товар, и мы все хотим all department. И в основном все заказы двигать в all department. По не all department, обратите внимание, это в основном у нас вылетает baby, детские товары, что там еще, не помню уже. То есть, когда не вылетает All Department? Вот о чем многие не понимают. Смотри, это вообще зависит. Это даже, как тебе сказать, у одного товара, это может быть один ключ будет в All Department, другой будет в подкатегории. И просто это нужно отслеживать, это мы вводим ключ и смотрим, где у нас происходит выдача. То есть, с мобильника, это почти... 100%, почти 100% люди используют всегда All Department. То есть это, ну, там технически так реализовано, что там будет только All Department. Вот. Если мы говорим про компьютер конкретно, то здесь все зависит от ключевых слов. То есть у меня есть товар, например, один ключ выдается в нем в All Department, а другой выдается в подкатегории. Ну, понятно. Короче, надо сначала проверить, что Amazon показывает, а потом там и двигать. Вот, в принципе, весь ответ. Опять же вопрос, знаешь какой, ну, в принципе, здесь человек как бы должен понимать, что, ну, как я и сказал, то в одном месте он может быть на первой странице, в другом он на какой-то второй, например, такие случаи это нормально, вот, и если человеку просто нужно и там, ну, это как бы двойное продвижение получается, то есть, ну, я для своих продуктов использую, смотрю по компьютеру и, в принципе, не дергаюсь. Вот понятно, это так. Вопрос у меня еще тогда. Самый последний, вот эти страницы, где там, от чего зависит, 16,
24, 48, поперек вот это, или вдоль, например, строчки. Это тоже так же, вот именно Amazon показывает, считает нужным. Вдоль и поперек это, в принципе, как сверху меняется, как хочешь, так себе и ставь. Это бывает просто... не меняется, бывает не меняется. По-всякому. Ну, короче, ладно, не будем гол на это забивать. В принципе, все ясно. Двигаемся дальше. В субботу вроде у меня там лайв будет по программе, по одной, которую мы раньше рассказывали по ней. В понедельник будет по этому, как его звать, по PPC. Вот, там были проблемы, исправились, добавятся. Да, наши записи, они всегда как бы присутствуют. Вот, в принципе, и все. Так что до новых встреч. Всем удачи, всем пока. Записи на YouTube будут.